Заниматься музыкой Роза Цепнетян начала в 5 лет, когда родители отдали ее в музыкальную школу. Сначала Роза противилась, но, увидев первые плоды своей работы, поняла, что все не зря. Девушка – участница городских и областных событий, многие из которых организовывает сама, к примеру, фестиваль музыки. Есть такая вещь все-таки в мире. Нам бывает грустно, нам бывает весело. Музыка нас сопровождает повсюду. И сегодняшний праздник мы хотели бы поблагодарить, да, наверное, ну, может, это громко будет звучать, но поблагодарить на самом деле музыку за то, что она существует в нашей жизни. И спасибо всем национальным центрам за то, что они поприветствовали это мероприятие. Все национальные центры Самарской области объединились на одной сцене. Фестиваль «Спасибо, музыка тебе», организованный армянской общиной при поддержке администрации города, прошел в Самаре впервые. Это событие направлено на укрепление дружбы и единства всех народов, а также на поддержку и сохранение национальных культур. Почему именно Международный день музыки нам захотелось вот именно в таком формате увидеть сегодняшний день? Потому что мы считаем, музыка это объединяет народы, страны, людей. Просто это является достоянием культуры, мировой культуры. Гостей праздника познакомили с особенностями национальных костюмов. Например, показали башкирский головной убор кашмау. Его носили замужние девушки. Он представлял собой шапочку с небольшим отверстием на макушке и спускавшейся на спину неширокой лентой, которая должна была полностью прикрывать косы женщины на спине. Этот головной убор украшался монетками, подвесками и различными бусинками. Также зрители праздника смогли не только посмотреть на национальные музыкальные инструменты, но и услышать их в деле. Мария Елчан, Николай Епифанов, «События».